Боже, милостив, будь ко мне грешным. Ты создал меня, Господи, Ты помилуй меня. Невозможно сосчитать мои грехи, но помилуй меня, Господи, и прости меня, грешника. Нам, людям, всегда следует восхвалять и прославлять Тебя, Богородицу, родившую Бога, всегда блаженную, не имеющую порока, Матерь Бога нашего, заслуживающего даже большего почитания, чем Херувимы, и достойного большего прославления, чем Серафимы, безболезненно родившую Сына Божия, истинную Богородицу Тебя величаем. Здесь земной поклон. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, благослови. Господь Иисус Христос, Сын Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери, силой честного животворящего креста и святого ангела моего хранителя и всех ради святых, помилуй и спаси меня грешного, потому как Ты благ и человеколюбец. Аминь. Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, Вездесущий, весь мир наполняющий, Источник благ и Податель жизни, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси благие души наши. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Тебе, Боже. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наши. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Восстав после сна, мы преподаем к стопам Твоим благи, и ангельскую песнь возглашаем Тебе сильный. Свят, свят, свят Ты, Боже, молитвами Богородицы помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! С постели от сна Ты поднял меня, Господи. Ум мой просвети и сердце, и открой уста мои, чтобы воспевать Тебя, Святая Троица. Свят, свят, свят Ты, Боже! Молитвами Богородицы помилуй нас, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Внезапно придет судья, и деяния каждого обнаружатся. За страхом воскликнем в полночь. Свят, свят, свят Ты, Боже! Молитвами Богородицы помилуй нас. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Восстав после сна, благодарю Тебя, Святая Троица, что по великой Твоей милости и долготерпению Ты, Боже, не прогневался на меня ленивого и грешного и не прекратил жизнь моей среди беззаконий моих, но оказал мне обычное Твое человеколюбие и поднял меня спящего, чтобы принести Тебе утреннюю молитву и прославить могущество Твое. И ныне просвети мои мысли, чтобы мне получаться Слову Твоему, уразумевать заповедь Твою, исполнять волю Твою, открою уста мои, чтобы прославлять Тебя в благодарном сердце и воспевать святейшее имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем самому Христу, Царю и Богу нашему.
Оля, читай 18-й псалом. Небеса проповедуют славу Божию, и от дела круг повещает свет. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до предела вселенной слова их. Он поставил в ней жилище солнцу, и оно выходит, как живые прозрачные солнце. Радуется, как исполит пробежать поприще. От края небес исход его, и шествие его до края их, и ничто не укрыто от теплоты его. Закон Господа совершенно укрепляет душу. Откровение Господа верно, умудряет простых. Повеления Господа праведны, веселят сердце. Заповедь Господа светла, просвещает очи. Там корень чистый бывает вовек. Суды Господни истина, все праведны. Они вожделение золота и даже множество золота чистого. Краще меда и капель сота. И рабкое охраняется ими, соблюдение их великая награда. Кто усмотрит погрешности своих, от тайных моих очисти меня. И от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною. Так куда я буду непорочной чистой от великого развращения, да буду слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред тобой, Господи, твердыня моя и исправительная. Да услышит тебя Господь пень печали, да защитит тебя имя Бога Иакова, да пошлет тебе в помощь святилище из Сиона, да подсветит тебя. Да воспламянет все жертвоприношения твои, все сожжение твое, да соделает тучи, да даст тебе по сердцу твоему. И все намерения твои да исполнит, возрадуемся от спасения твое, и во имя Бога нашего поднимем знамя, да исполнит Господь все прошения твои. Но не познал я, что Господь спасает помазанника твоего, отвечает ему со святых небес твоих, могущество спасающих из руки твоей, иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся. Они поколебались и пали, а мы встали и стоим я, Господи. Отец-то я, и услышь нас, когда будем зыкать тебе. Господи, силою твоей веселится царь, а спасение твое бессмертно радуется. Ты дал ему, чего желало сердце его, и прошение уст его не отринут, ибо ты встретил его благословение благостью, возложил на голову его венец из чистого золота, и он просил у тебя жизни, ты дал ему долговерствие на весь век. Ты легка слава его в спасении твоем, ты возложил на него честь и величие, ты положил к нему благословение на веки, возвеселил его радостью лица твоего, ибо царь уповает на Господа, и во благость Всевышнего не поколеблется. Как твоя найдет всех врагов твоих, если твоя найдет ненавидящих тебя, во время гнева твоего ты сделаешь их как печь огненную. Во гневе своем Господь погубит их и пошлет их в огонь. Ты истребишь плод их и семя их истребит в огонь. Ибо они предприняли против тебя злое, представили замыслы, но не могли выполнить их. Ты представишь их целью, и звуков твоих слышишь стрелки твоих. Вознеси Господь, силой твоей. Мы будем воспевать и прославлять твое могущество. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу ныне прийти, и воздействие с ней. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже! Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже! Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже! Так, есть желающие молитву почитать.
Боже, очисти меня грешного, ибо я никогда не делал ничего доброго пред Тобою. И избавь меня от зла, и пусть будет Твоя воля. Дай мне, не подвергаясь осуждению, открыть мои недостойные уста, восхвалить святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Восстав от сна, я посреди ночи приношу Тебе песни, спаси, и припадая к стопам Твоим, взываю к Тебе. Не дай мне уснуть греховной смерти, но жалься надо мной, добровольно распявшийся. Скоро подними меня беспечно лежащего, и спаси меня стоящего пред Тобой на молитве. И после сна ночного пошли мне ясный, безгреховный день, Христе Божий, и спаси меня. Владыка человеколюбчив, став после сна, я спешу к Тебе, и по милосердию Твоему принимаю за угодные Тебе дела. Я молюсь Тебе, помоги мне всегда и во всем, и избавь меня от всякого зла в мире, от дьявольского искушения. И спаси меня, веди в царство Твое вечное, ибо Ты мой Творец и источник и податель всякого блага. На Тебя вся моя надежда, и я возношу Тебе хвалу, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Читать можете вот это вот, Господи, по обильной Твоей благости? Нет, не можете? Господи, по обильной Твоей благости, по великому Твоему милосердию, Ты дал мне рабу Твоему прошедшее время этой ночи провести без напасти и всякого вражеского зла. Ты сам, Владыка, Творец всего сущего, удостой меня при свете Твоей истины, с просвещенным сердцем исполнять Твою волю, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже, сил бесплотных всякой плоти на высотах небесных живущий, озирающий долы земные, наблюдающий сердца и помыслы, ясно ведающий тайны человеческие, безначальный, вечный и неизменный свет, который не оставляет затененного места на своем пути. Ты сам, бессмертный Царь, прими моления наши, которые мы в настоящее время, надеясь на обилие сострадания Твоего, творим Тебе из нечистых уст. И прости нам прегрешения наши, совершенные нами делом, словом и мыслью, вольно и невольно. И очисти нас от всякой нечистоты плоти и духа. И даруй нам с бодрствующим сердцем и трезвенную мыслью прожить всю ночь здешней земной жизни в ожидании наступления светлого и славного дня, второго пришествия единородного Твоего Сына, Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, когда общий судья придется славу воздать каждому по делам Его, да найдет он нас не лежащими и сонными, но бодрствующими, и восставшими среди исполнения заповедей Его, и готовыми войти с Ним в радость и божественный чертог славы Его, где непрестанные голоса торжествующих и невыразимая радость видящих несказанную красоту лица Твоего. Ибо Ты истинный свет, просвещающий, освещающий весь мир, и Тебя воспевает все творение в веки вечные. Аминь. Оля, читаю, святый ангел. Я только сидя, я плохо вижу, в очках не видно. Пятый ангел, поставленный грести мою бедную душу, несчастную жизнь, не отставь меня грешную, не отступи от меня за милосердность мою, не дай возможности злому демону починить мне все страдания этого смертного тела. Возьми крепко несчастную опустившуюся руку мою, выведи меня на путь спасения.
О, святой ангел Божий, хранитель и покровитель бедной моей души и тела. Прости мне все, чем я оскорбила тебя во все дни жизни моей, и если я чем-то грешила прошедшую ночь, защити меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения вражества, чтобы ты не прогневать Бога никаких грехов и молись за меня, Господа, чтобы Он отвердел меня в страхе своем и соделал меня рабом, достойным твоей милости. Аминь. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородица, святыми Твоими всесильными мольбами, отгони от меня ничтожного несчастного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, все скверные лукавые хульные помышления от несчастного моего сердца, помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, ибо я нищ и слаб. Избавь меня от многих губительных воспоминаний, намерений, освободи от всякого злого воздействия. Ибо Ты благословена от всех родов, и Твое пречестное имя славится во веки веков. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники и Божии, Галина, Ольга, Владимир, Елена, Марина, Олег, Сергий, ибо мы усердно к Вам прибегаем, как к скорым помощникам и молитвенникам о душах наших. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, ибо ты родила Спасителя душ наших. Спаси, Господи, людей твоих, благослови принадлежащих тебе, помогая православным христианам побеждать врагов и сохраняя силой креста твоего церковь твою. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного Игнатия, батюшку Иоакима, родителей, братьев, сестер, родственников, начальников, благодетелей, всех ближних моих и друзей, и всех православных христиан. Подаем Твои земные небесные блага, не лиши милости Твоих, посети их, укрепи силой Твою, дар им здравия и спасения души, ибо Ты благ и любишь людей. Аминь. Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих, родителей моих, родственников, благодетелей и всех православных христиан. Прости им все грехи вольные и невольные. Даруй им Царствие Небесное. Со святыми упокой, Христе, души рабов Твоих, праотцев, отцов и братьев наших, там, где нет ни болезней, ни печали, ни душевных страданий, но жизнь бесконечная. Воистину достойно прославлять Тебя, как Богородицу, всегда блаженную и пренепорочную, Матерь Бога нашего. Мы величаем Тебя, как истинную Богородицу, родившую без болезни Бога Слово, достойную большей почести, чем Херувимы, и несравненно славнейшую, нежели Серафимы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитву ради Пречистой Твоей Матери, преподобных богоносных отцов наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Боже наш милостивый Небесный Отец, помилуй детей наших, за которых мы смиренно молим Тебя и которых предаем на Твое попечение и защиту, вложи в них крепкую веру, научи их благоговеть пред Тобою. Удостой их крепко любить Тебя, нашего Создателя и Спасителя, направь их, Боже, на путь истины и добра, чтобы они все делали во славу Твоего имени. Научи их благочестиво, добродетельно жить, быть добрыми христианами, полезными людьми.
Дай им здравие душевное и телесное, успех в трудах. Избавь их от хитрых козней дьявола, от многочисленных соблазнов, от скверных страстей, от всяких нечестивых и беспорядочных людей. Ради Твоего Сына, Господа нашего Иисуса Христа, по молитвам Его Пречистой Матери и всех святых, приведи их к тихой пристани Твоего вечного Царства, чтобы они вместе со всеми праведными всегда благодарили Тебя с единородным Твоим Сыном и животворящим Духом. Аминь. Господи Боже наш, воззри на детей наших, ниспошли на них духа премудрости, разума и благочестия, просвети их светом Твоего благоразумия, чтобы они скоро уразумели и усвоили изучаемые ими предметы и употребили их на благо Твоей Церкви, на пользу ближним и во свое спасение, потому что Ты источник премудрости. И Тебе славу возносим всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Поясные, кому как больше нравится. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешный. Господи, слава Тебе, хвала Тебе, наш милосердный Бог и Иегова. Алло, Отче, услышь молитву нашу. Помилуй, прости меня грешного. Тайное и явное в уме помышлений, во дни и в ночи, во все дни жизни великие малые грехи мои прости, и соблазн, который я подал ими, где я падал и вставал, Господи. Но благодарю Тебя, что никогда не давал мне отчаиваться в спасении, слава Тебе. Это помощь Духа Твоего Святого и молитва святых, хвала Тебе, аллилуйя. Благодарю Тебя, Господи. Боже мой, за день, в который даровал мне Твою Святую Библию. Страх Божий, ожидание суда Божия. За день, в который даровал мне Святую Веру. Указал на толкование святых отцов, как на истину. Оля, читай, Бога, следующий. Пресвятая Господа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами Твоими святыми. Матерь Божия, благодарю Тебя. Покоем опором любви Твоей, скорбящих и печалях всех обстоятельств, Ты помогала мне. Спасала от позора, поношения, пострадления, отсутствия измены. Хвала Господу Богу нашему, за ходатайство Девы Марии, за род человеческий, дивная заступница наша, Дева Мария, благодарим Тебя. Ангел Христов, хранитель мой святой, молю Бога о нас. Добрый мой ангел, благодарю Тебя, что столько лет Ты защищал меня от видимых врагов и невидимых злобных духов, которые могли бы погубить бы сразу. Без покаяния от пути жизни и страха, Ты сохранил меня, благодарю Тебя, ангел. Смерть не часто так, когда душа моя будет стучаться от тела. И нам и так сохрани душу мою, и веди ее на веки вечные, Царство Небесное. Иоанн Креститель, Святейший Христов, моли Бога о нас. Иоанн Креститель, научи нас жить в верности, без благочестивым, и довольны, довольствоваться пропитанием и одеждой, никогда не расстать, никому не завидовать, быть во всем экономным, довольствующим малым и искать прежде всего Царство Божие и правду Его, и не бояться начальствующих правителей грозных, и не участвовать в искусстве нас тьмы, но и отвечать, и устоять в верности Богу каждому, да дарует нас под жильем.
Святитель Христов, Николя, для святитель чудотворец, у Господа чудодержание, добрая Пасхи, помни Бога о нас, Господи, слава Тебе, Господи, Николя. Скоро помощник теле, благодарю Тебя, ибо слышишь молитвы о людях и о животных. Господи, Боже наш, слава Тебе, хвала Тебе, Господи, спаси нас, Господи, и помилуй. Аллилуйя! Все пророки Илья, Елисей, Менос, Моисей, Самуил, Аарон, Иофавим, Мой, Иосиф, Патриарх Авраам, Исаак, Иаков, Ездра, Иемия, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Иезекиэль, Осия, Иаил, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил, Иосиф, Пророк Михей, молитвы Бога о нас. Господи, слава Тебе за святую песню, за первых пророков, которые дежурные слухом святы, и влекли, записали, сохранили эти слова Твоя, и вспомнить Духом Твоим святым святым, дабы идти к приходу Твоего нашего отшествия. И застал нас спящими, чтобы мы вышли на встречу с горящими светильниками, истинной верой, сосудами, полными елея добрых дел, соделанным в Духе Святым, и святыми. Святые ангелы, архангелы, херувимы, страстимы, всем тебе святые, стоящие, молите Бога о нас. Святые архихвальные апостолы, первоисходные, кто предпавил, святые евангелисты, Матфей, Марк, Сухай, Иоанн, молите Бога о нас. Господи, помягчи сердца правителей мира сего, Владимир, Дмитрия, Дональда Трампа, Ангелы Мерки, Саонда, Эрдогана, Петра, Владимира, все прочих, да продлится еще мир. Дай нам еще священника, место для занятий, как Тебе наше участь, как Тебе угодно. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. И те мученики мучатся, Игнатия, Иванович, Поликарп, Верский, Святогор, Святой Помилат, Андрей Святилат, первый мученик, Климент Римский, Климент Антиевский, Антимий Комитетский, Георгий Победоносец, Антилемон, Атурас, Мучеников, царь Николай, Святой Царской Семейца, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борисов, Лев, молите Бога о нас, Господи, успехи сердца наших слова Твое, чтобы и малые дети верили искренне в Тебя, в гонениях искушений, и да пусть отприятия, да пусть их устроит начертание на чего и на правду жизни, чтобы в скорби и печали никто не отошел от Тебя. Святые Василии, Великие, Святые Богословы, Англа, Павлов, Афанасьев, Святые Кирин, Антоний, Макарий Египетский, Макарий Александрийский, Антоний, Феодосий, Карл Ильин, Феор Почаевский, Сергий Радость, Степан Сербский, Серафим Саровский, Иоанн Тобольский, Архангельский, Кирилл Никольный, Митрополит Иннокентий, Николай Японский, Макарий Алтайский, все переводчики Священного Писания, молите Бога о нас. Да помилует и спасет Господь Бога, да дарует нам жажду следовать Священное Писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а не теперь суток всем. Дай нам любовь к Святой Дивиде, от всех сердец Патриарха, митрополитов, Тихвистов, в том числе Всеволода, Священник, Клерик, Александра, в том числе диаконов, тех, кто является жителем Испании, и всего народа своего, всех молящихся, Господи, Боже наш, даруй всем духовное рождение свыше родительских духов, научи нас заботиться о стяжании духа Твоего Сахара. Детей, жены, Катастрофа, Марини, Евромия, Вера, Надежда, Любовь и Матери София, Наталья Андреевна, Варвара, Кристина, Татьяна, Лена, Ольга, Лена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Вестивая Сила, Андроник, Сюрик, Пьяна, Мистина, Мария Сюрана, Павел Кустер, Сила, Мужина, Ушаня, Ключаня, Сюрина, Сохрани, Сюрик, Полка, для победы Бога. Палатина, Палатина. Аминь. Аминь. Милости будем не грешны, создавай на Господи, помилуй нас.
еще слая совершила тебе глупость, прости меня грешно и погибли. Господи, соедини нашу молитву с молитвой всех святых твоих, молящихся на небе и на земле. Господи, услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас по благо нам. Господи, прими нашу молитву, а всем заповедующим молиться о них. Спаси их и помилуй. Говори, Господи, слушай, заслыша рабы твои. Аминь. Аминь. Доброе утро. Доброе утро.